из Таганрога, Ростовская область. Мне понравилось здесь, когда я приехала писать вступительные экзамены, меня как бы прельстило и заманило. Я вообще не собиралась сюда поступать. А вы планируете возвращаться? Я еще пока не думала над этим вопросом, потому что я всего лишь на втором курсе. Ну, посмотрим. Ну, конечно, наверное, скорее всего, нет. А почему? Потому что нет перспективы. Ну, город достаточно маленький, и как бы для развития, возможно, не будет никаких дорог. Я из республики Коми, город Сыктывкар. Я приехал сюда, потому что я хотел поступать на химическую специальность, и химический факультет МГУ оказался наиболее лучшим вариантом. По окончанию учебы я не знаю, как сложится мое будущее. Конечно, я хотел бы вернуться в свой город, но, к сожалению, перспективы для работы в химической отрасли там очень небольшие. Поэтому весьма вероятно, что я останусь в Москве. Я из Омска. Это далеко на востоке. В Омске делать нечего. Ну, как бы все люди, кто действительно чего-то хочет, они стремятся самореализовать себя по максимуму. А сделать это в моем городе, где все коррумпировано, или даже, хочется сказать, у нас почти университетов нормальных нет. И выпускники даже физических университетов не занимаются грязной работой. Ассенизаторы. А возвращаться планируете или нет? Это зависит, я не знаю еще. Возможно, все-таки я геолог, чем-то надо заниматься. Я даже не знаю, буду ли я заниматься по профессии. В Москве очень много возможностей. Можно легко сделать бизнес, карьеру построить. Так что, если хотят, ну, пусть остаются и как-то развиваются. В принципе, если приезжает умный народ, стремящийся к развитию, то я не против этого, к примеру, лично я, да? Нормально, они во многом перспективны, потому что они получили здесь образование, у них здесь появились контакты, знакомые. И это квалифицированная рабочая сила. Я живу в Домодедово, Московской области. У каждого есть выбор, и если он хочет оставаться, то пускай остается. Меня это никак не волнует. Ну, пускай сделают региону такую ситуацию, чтобы люди оставались. Вот. И тогда они не будут приезжать сюда. Пусть сделают МГУ где-нибудь в Рязанской области, и там тоже будут люди. Это вполне нормально, что тут больше возможностей для трудоустройства в дальнейшем. Создавать рабочие места в регионах. И вот мы студенты-геологи, и вот последние 30 лет геологическая разведка не велась вообще. И большинство осваиваемых ныне месторождений было разведано 30 лет назад, и сейчас подходит к концу, во-первых, запасы месторождений, а во-вторых, заканчивается ресурс у оборудования. Соответственно, на крупных месторождениях они постепенно все закрываются. В регионах становится все меньше и меньше места, возможностей для трудоустройства. Это нормально, естественно, студенты, люди, ребята, которые хотят большего, хотят зарабатывать деньги, обеспечить свою семью. Они фактически вынуждены оставаться в таких крупных центрах, таких как Москва, в частности, и в других крупных городах, Новосибирск, Санкт-Петербург и другие. Это, естественно, не скажу, что это хорошо, здесь есть свои проблемы и минусы. Города, в принципе, это и перенаполнены, да, места всем не хватает, но что делать, выживает сильнейший, и надо стараться.